наверное, одна из основных площадей Стокгольма, старого города. Нашли свой хостел в квартале от этого места. Вон, вот, спасибо, что видишь. Ждем смену караула. А он что-то тут и болтает, и что-то...
Ну, вот так вот заканчивается наше путешествие в Стокгольме. А заканчивается она хорошим таким спринтом, который завершился тем, что мы все-таки сели на паром. Все, пока, до встречи, Карл.